Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости рынка Форекс на канале InstaForex TV. С вами я, Тахмина Соломова. Доллар США третий день подряд открывает азиатскую торговую сессию снижением по отношению к японской иене. Но слабость была недолговременной, как и прогнозировали аналитики, так как вышедшие американские показатели вчера указали на благоприятную экономическую атмосферу. Согласно предварительным данным, в третьем квартале ВВП США вырос на 3,2%, что оказалось выше первичной оценки роста на 2,9%. Во втором квартале показатель увеличился на 1,4%. Также вырос индекс доверия потребителей в ноябре до 107,1 пункта, после прироста в октябре до 100,8. Аналитики прогнозировали рост показателя до 101,2 пункта. Результат указал на высокий потребительский оптимизм, что способствует росту экономической активности в США. Сейчас это поддерживает американский доллар и позволяет ему стабильно расти против основных конкурентов. Индекс доллара США вчера коснулся дневного максимума выше отметки 101.60, затем к окончанию торгового дня он упал до уровня 100.90. Сегодня господствующая мировая валюта постепенно возвращает свои утерянные позиции и торгуется на отметке 101.15. Аналитики прогнозируют рост американского доллара до 101.50, отмечая, что торги будут ограниченными в связи с главным событием нефтяного рынка – заседания стран ОПЕК и России. Японская иена также недолго росла против американского доллара и сегодня по-прежнему демонстрирует свою слабость, несмотря на опубликованный предварительный показатель по объему промышленного производства за октябрь. Так, согласно первичной оценке, промпроизводство показывает рост уже третий месяц подряд, благодаря японскому экспорту, который компенсировал слабое внутреннее потребление. Показатель в октябре увеличился на 0,1% после предыдущего роста на 0,6%. Аналитики прогнозировали сокращение индикатора на 0,1%. Пара доллар США и японская иена прикоснулась сегодня к отметке ниже 112.20 и торгуется сейчас на уровне 112.85. Пара продолжит свой рост, и уровнем сопротивления может послужить отметка 113.40. Как уверяют эксперты, экономика Японии будет восстанавливаться уже в 2017 году благодаря росту экспорта и стимулирующим мерам. Поэтому вполне вероятно, что пара доллар США и японская иена в следующем финансовом году будет демонстрировать на рынке настоящую борьбу. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале InstaForex TV. Оставайтесь с нами.